all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Young and flame, yeah, sickle mode. Hey, this is it with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. I was off the Remy, at a back post. Had to hit my old town, the duck the news. Почему вот сегодня решили провести такое мероприятие, к чему приурочено, на что хотели обратить внимание? Внимание к проблеме коммунальных проблем наших, вот, проблеме мусорки, в частности, в том плане, что контейнерную площадку убирают, а мусор, который скапливается возле нее, постоянно остается, перегнивает. Когда они успевают, там, например, в какой-то момент убрать тематику, начинают складывать пакеты рядом, вот, и такое наблюдается постоянно. Вот. Первоначально мы уже освещали эту проблему несколько лет назад, вот, но ну, как-то это либо подзабылось, либо коммунальные службы перестали справляться. Вот. Я обратился в администрацию Кировского района, где мне не оказали никакой помощи. Обратился в городскую администрацию, которая мне сказала обратиться в нашу управляющую компанию. Я обратился в управляющую компанию, она сказала, что это проблема кооперативных домов рядом, это они разбросали мусор, но, в общем, концов мы не нашли. Я сказал, что мы каким-то перформансом привлечем внимание общественности. Я напечатал объявление о том, что мы проведем репетицию свою, вот, на фоне мусорки. Но на фоне мусорки я делать этого не стал, сделал на фоне нашего дома, где мы живем. Вот, ну, потому что посчитал, что это более этично будет. Вот, но проблема заключается в том, что нашу мусорку с завидной постоянностью не убирают.